Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Вас приветствует киевский спортивный магазин «Беловива», который располагается на Харьковском шоссе. Вашему вниманию сегодня на обозрении предоставляется запасная линза к горнолыжной марке от американской торговой марки «Окли». Линза относится к маске, линза подходит к маске «Airbag». «Airbag» – это одна из самых популярных горнолыжных масок торговой марки «Окли». У нас есть в магазине данная маска, представлена она. И если вас интересует маска отдельно взятая, то мы вам можем предоставить. Но если у вас уже есть эта маска «Airbag», если у вас есть желание поменять линзу по каким-либо причинам, в нашем магазине есть запасная линза. Запасная линза торговой марки «Окли» для маски «Airbag» продается отдельно. В нашем магазине есть различные запчасти для горнолыжных масок «Окли». И вот в данной ситуации у нас есть линза. Линза имеет синий цвет. Синий цвет линзы – это один из вариантов оттенков линзы для горнолыжной маски. Называется Prism Sapphire Iridium. Цвет линзы Prism Sapphire Iridium имеется в виду, что он синеватый. Категория линзы вторая, что соответствует стандартной базовой линзе у горнолыжной маски Airbag. Линза, которая у нас продается как запасная, также имеет технологию призм, что позволяет комфортно смотреть, наблюдать, контролировать за горнолыжным склоном при 100% защите глаз от ультрафиолетов. Линза, как вы понимаете, соответствует своим стандартам. Она упругая, способна немного подпружинивать. Линза состоит из двух слоев, что позволяет лучше состоять в чистом виде и не потеть. Также линза покрыта антифоговым покрытием на внутренней стороне. И это покрытие очень уязвимо, если вы хотите почистить при эксплуатации. То есть, если у вас горнолыжная маска, в дневное время, когда вы катаетесь, случайно упала в снег, то вы ни в коем случае не должны ее протирать, потому что вы, когда катаетесь, тепло от вашего лица нагревает внутреннюю часть линзы, и мягкая структура внутренней части уязвима, если вы будете ее протирать. Наружная часть устойчива к царапинам. Это без проблем можно протирать наружную часть мешочком, который идет в комплекте. Но внутренняя часть, если у вас запачкалась, если вы случайно уронили свою горнолыжную маску с линзой, горнолыжную маску «Окли», если вы случайно уронили снег, то внутреннюю часть ни в коем случае не надо протирать. Когда вы катаетесь, вы просто берете, вытрушиваете, вытряхиваете, выкидываете изнутри всякую грязь, которая могла попасть на внутреннюю часть, но ни в коем случае не протираете. После этого вы катаетесь. До того момента, пока вы не придете в гостиницу, вы не трогаете внутреннюю часть. Когда вы вечером после катания придете домой, в гостиницу, вы маску погружаете в мыльную среду, вы должны сначала приготовить, естественно, воду, куда насыпать детское мыло, хозяйственное мыло, любое средство, которое не имеет щелочей. И после того, как вы создадите эту жидкость мыльную, мыльную среду, то вы окунаете маску. Она должна хорошенько прочиститься в этой среде. При этом сама маска не должна лежать там часами. Потому что линза все-таки двойная, поэтому для того, чтобы целостность структуры не нарушилась, вы должны просто промыть в этой мыльной среде. Затем вы под чистую струю воды ставите и промываете саму линзу. После этого вы в сторону вставляете, и у вас она должна до утра высохнуть. Утром, если у вас линза высохшая,
будет иметь белые пятна, вы тогда можете взять тряпочку, чехол, который идет в комплекте с запасной линзой Airbag, и протереть эти белые пятна на внутренней стороне. Потому что сухая поверхность утром будет достаточно плотная, жесткая, и ее можно будет легкими движениями чехла протереть, и тогда у вас белые пятна от воды исчезнут. Ну, наружная часть у вас устойчива к царапинам. Поэтому, если вас интересует запасная линза к горнолыжной маске Oakley модель Airbag, вы всегда можете к нам обратиться. Спортивный магазин «Велоиво», который располагается на Харьковском шоссе в городе Киев, всегда готов вам помочь, подсказать, показать, как это все происходит. Замена и разные механизмы изменения, разные крепления для горнолыжных масок. Данная маска, как я повторюсь, легко меняет свою линзу. Есть вот эти крепления, которые в комплекте идут. Легко отодвигается маска, защелка, и поддевается, и она снимается. Тем самым легко поменять линзу, если вы катаетесь. Поэтому линзы продаются в нашем магазине. Линза в комплекте к горнолыжной маске, данная идет красная, запасная синего цвета. Если эта необходимость у вас есть, если вы хотите купить, если вы хотите посмотреть, какие у нас запасные линзы к маске Airbag от торговой марки Oakley, всегда приходите к нам. Мы готовы вам помочь, подсказать. Если вам понравился наш видеообзор, если вам нравится наше видео, канал, вы можете всегда оставлять отзывы. Постоянным клиентам гарантируем скидки. До скорых встреч!